Сейчас мы находимся в нашем офисе. Всех с прошедшим Новым годом, с наступившим Новым годом. Ну, тема сегодня, уже мы ее делали до этого, вот связана с партнерами. Сейчас в данный момент мы ищем партнеров. В ближайшее время мы окажемся в Соединенных Штатах и готовы активно сотрудничать с теми, кому так или иначе интересна иммиграционная тема. Сами когда-то мы тоже начинали с того, что покупали у одного из американских, ну, это был не юрист, просто компания, имела лицензию, франшизу, работали под франшизой, знаем, как это делается, знаем, какие минусы в этой теме. Мы эти минусы, естественно, соответственно, исправили, потому что, ну, на тот момент нам не нравились там условия, которые поменялись прям по ходу, да, нашей работы. Вот, с нами такого не будет. Сейчас, в данный момент, у нас уже есть представительство в Нью-Йорке, это два представительства. Есть у нас Ника, который работает по гражданам Узбекистана. Многие из клиентов уже оказались у Ники. Она подсказала, она владеет узбекским языком. Она, в принципе, приехала из Ташкента и может своим землякам спокойно помочь. Ну и плюс у нас есть девочки, которые работают по ЛГБТ. Это направление в политике, по политубежищу. Мы тоже будем отправлять клиентов на них. Вот. Ну и самое главное, у нас совсем недавно открылось представительство в Бишкеке, мы сами ездили туда, у нас там теперь есть Махабат, женщина, которая тоже так же, как и мы, болеет качеством. Вот, да, конечно, у нее приходят клиенты, но многие, просто видя, какой объем работы необходимо сделать, уходят, говорят, что нет, мы не справимся, потому что, ну, это должна быть действительно работа, потому что, ну, под лежачий камень вода не течет, и здесь действительно нужно поработать. Вот совсем недавно на нас вышли тоже ребята из Узбекистана, которым это тоже интересно. Вот. Ну, вообще тема иммиграции, она достаточно объемная, и в этой сфере очень много услуг, которые можно оказывать, и деньги можно большие в этой теме тоже зарабатывать. Вот. Ну и самое главное, то, что мы создаем продукт, и, ну, и болеем за этот продукт, и ищем таких же партнеров, которым это интересно. Вот. Что могу сказать? Ну, для того, чтобы начать с нами работать, ну, нужно хотя бы там 1-2 раза дать нам клиентов. Мы посмотрим, что за людей вы даете, мы с ними взаимодействуем. Если увидим, что да, действительно, ваш поток активный, я имею в виду коммуникационный поток, то мы готовы с вами сотрудничать и рекламировать вас везде, как нашего партнера, что мы сейчас, в принципе, делаем по Бишкеку. Вот, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadefisvisa.com. Там, кстати, есть телефон Екатерины, который может вам подсказать по вопросу взаимодействия по франшизе. Вот, ну и смотрите наше видео в Фейсбуке, в нашей группе. Всех с Новым годом, счастья, всего доброго, пока!